Сегодня мы вышли на улицы города Кишинева для того, чтобы узнать у жителей и у гостей столицы, сможет ли введенное ограничение по закрытию театров и концертных залов поспособствовать уменьшению количества заболевших, которые регистрируются каждый день. Речь, естественно, идет об инфекции нового коронавируса. Как вы считаете, вот недавно приняли решение, да, закрыть театры и концертные залы из-за того, что распространяется коронавирус, каждый день растет количество заболевших. Как вы думаете, эта мера, она как-то поспособствует снижению, уменьшению количества больных? Я думаю, что где-то да, где-то, потому что люди не соблюдают этот режим вот этого. И то, что дает, это правильно, потому что если бы люди соблюдали, не было столько вот этого. Определенного ответа на это нет. Нет ответа определенного, потому что непонятно, что это за коронавирус. По крайней мере, нам, самым обычным жителям, очень странно многое. Если наше руководство так считает, с другой стороны, мы должны подчиняться. Как вы считаете, это поможет как-то уменьшить количество больных? Честно говоря, навряд ли. Так как люди там собирались, но по большей степени стояли же в масках. Но на улице больше людей встречаются, чем собираются в концертных залах. Синкит, Саусаунькис, Дежа, Театр или Сель, или Дикончерти, Кункредитс. После инфлюенцезы рестрикции астакум вала бикшарар оказывают где коронавирус. Cred că, да, într-un fel, as micșoreze, pentru că, adică, sunt foarte multe cum, locații în care sunt o mulțime de oameni și nu se pot... Adică, este șansă mai mare de îmbolnăvire. Consider că nu o să influențeze micșorarea cazurilor, pentru că, oricum, oamenii peste tot sunt și... Cum este și vorba aia, dacă este dat să te infectezi și plus la aceasta dacă nu te protejezi, evident că ai să te infectezi și pe stradă și atunci când te duci într-un magazin simplu alimentar. Absolut deloc, deoarece oamenii și într-un lebusim o lipsesc și chiar așa că merg pe stradă, adică asta nu este o decizie foarte bine gândită în opinia mea. Мое мнение, что помогут, потому что я сталкивался среди своих знакомых не раз с случаями бессимптомного коронавируса, и это было потом подтверждено анализом. При этом люди, не веря, так как отсутствовали симптомы, не веря первому анализу, пересдавали, и пересдача подтверждала коронавирус. И понимая, что у людей может быть бессимптомный коронавирус, такие ограничения будут полезны. Вы сравните это самое посещаемость супермаркетов и театров. И тогда вы поймете, где надо уменьшать, где надо прибавлять. А если вы немножко сделаете само, допустим, так, ну, через двух человек или через само какое-то количество, как бы, сажать само людей, значит, тогда будет все нормально. Абсолютно не поможет. Абсолютно не поможет, потому что люди как продолжали ходить и без масок, и без ничего, так и продолжают. Скопление людей в том же транспорте продолжается. И это не то, что будут люди сидеть в театральном зале, например, через одного, это не страшно. Я мы гândesc ceva nu e o claritate, ce ține de închiderea teatrelor care sunt, pentru că teatrele oricum sunt teatre, spectacole sunt spectacole, dar menținerea distanței. Deci, distanța socială mult importă și respectarea purtării măștilor de protecție, pentru că dacă porți masca, este o protejare în societate.